Согласитесь, нам на севере так не хватает ярких положительных эмоций. Каждый получает их по-своему. Но мы готовы поделиться с вами информацией о райском уголке, который совсем недавно появился в Печоре. 2 года назад выставка «Живые тропические бабочки» уже приезжала в наш город. В этот раз организаторы захотели удивить печорцев. Сегодня разводчики сотрудничают с огромным количеством фирм, поэтому за время работы выставки посетителям покажут до 80 видов бабочек. Почти все они занесены в Красную книгу. Особенностью выставки станут виды, которые имеют какое-то особое значение, могут сыграть в жизни человека важную роль, привлечь богатство, любовь, счастье или радость. Среди самых крупных экземпляров, которые к нам привезли, ночные мотыльки и павлиноглазки «Атлас». Размах их крыльев достигает 32 сантиметров. Бабочка пока находится в коконе, но вы можете стать свидетелем ее рождения и первых часов жизни. Куколки нам привозят каждую неделю с Филиппин и с Южной Америки. Там находятся фермы, которые занимаются их разведением. Поэтому, когда куколки приезжают к нам, они приезжают сюда в течение 2 суток из-за границы. Мы их тут же подвешиваем в инсектарий. Поддерживается микроклимат, температура, влажность. Бабочка появляется на свет. Но она не способна сразу взлететь в зал и показать, какая она красавица. Ей нужно еще долгих 4 часа сушить свои крылышки. И только потом она совершает свой первый полет. И обязательно должна быть влажность до 80-90%, поэтому многие посетители должны учитывать, что, приходя к нам, все-таки нужно одеться полегче, чтобы им было комфортно здесь находиться. При помощи пароувлажнителя и обогревателя бабочек можно содержать в домашних условиях. Прокормить таких питомцев совсем не трудно. Медовая водичка и сок перезревших фруктов – любимое лакомство. При хорошем уходе в искусственной среде бабочки живут до 3 раз дольше, чем в тропиках – 3-4 недели. И все это чудо вы можете видеть своими глазами. Люди, покупая билеты, почему-то всегда сомневаются, что тут, скорее всего, будут представлены сухие экспонаты. Но, входя в зал, они понимают, что ошибались, потому что их приветствуют бабочки, они сразу садятся, особенно на тех, кто одет очень ярко. Красный цвет, желтый, оранжевый, синий, то все цвета радуги привлекают внимание бабочек, они с удовольствием садятся. И есть такие посетители, которые немножко пугаются первых вот этих впечатлений, да, когда бабочка касается своими лапками, но бояться не стоит, потому что многие знают, что присев, бабочка исполнит твое заветное желание, а это уже поможет перебороть страх и, наоборот, привлечь что-то хорошее к себе. На выставке вам не только расскажут про виды бабочек, с этими созданиями связаны интереснейшие легенды. Почему голубую морфу называют дьяволом леса? За что славяне испокон веков любят этих животных? Что послужило поводом для свадебной традиции – выпускать бабочек на свободу? Ответы на эти и многие другие вопросы вам с удовольствием дадут на выставке. А также расскажут, как с помощью кокона павлиноглазки «Атлас» приумножить свое состояние. Коконы этой бабочки используются в качестве кошелька. Говорят, если положить туда самую крупную купюру и забыть про нее на целый месяц, то через месяц возрастет твое богатство. У нас тоже такие коконы есть, и у нас многие готовы выложить деньги, чтобы приобрести, чтобы в дальнейшем привлечь себе богатство. Поэтому всех ждем в гости, постараемся каждому показать самую красивую бабочку, чтобы она привлекла что-то в жизнь человека. Ну и можно будет приобрести куколку себе на память, чтобы дома родилась бабочка, которая тоже так же будет радовать.